Спасибо. С праздниками вас поздравляю. Спасибо вас. Герой славы нашей армии, отечества, сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, не высший смысл жизни навеки нам дана. Эскадрильи стрижей видите, взлетели над Москвой, герои на Красной площади. Можно, да, сюда? Я же вам сказал, в середину. В середину, да, я просто не расслышал. Спасибо. 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 В середину надо, в середину класть. Его наша армия отечества страны, родится вами Родина, во все века дни. Великая отчизна, любимая страна, не высший смысл жизни, веки нам дана. Любимая держава, любимая страна, ты наша гордость, слава для всех, для нас одна. Наш президент, ваша вся сила, правая честь. Президент России, верховный главнокомандующий вооруженных сил, Леонид Медведев. Поздравляем вас, поздравляем супругу Владимировну, Илью Дмитриевича Медведева, Владимировича Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Путина, Сергея Семеновича Собянина, Кирилла Собянина, партию Единой России, Российскую армию, Россия. Герой нашей доблестной, непобедимой армии, легендарной армии России. Днем защитника Отечества. Сегодня здесь, в святом месте, в самом сердце нашей Родины, Ордены, у стен древнего Московского Кремля, прекрасно возложил цветы вечного огня президент России Дмитрий Анатольевич Медведев. Цветы Дмитрий Анатольевич Медведев. И первый лица государства Владимир Путин, Сердюков, Мирон Грызлов. Доблестные, непобедимые армии. Мы не Медведский, Владимир Николаевич, Людмила Ремовна, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна, Ольга Татьяна, Геннадий Марий, второй президентский срок, Дмитрий Анатольевич Медведев, многотысячные форумы, все регионы России поддержат, срок Дмитрия Анатольевича Медведева, состав вооруженных сил России, МВД, ФСБ, ССБ, Госдума, Совет Федерации Госдумы. Голосуем. Срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Такой самый передовой Дмитрия Анатольевича Медведева. Фасти Владимировна. Илья Дмитриевича Медведева. Владимир Путин. Людмила Александровна. Мария Владимировна. Екатерина Владимировна. Путин. Сергей Семенович Собянина. Партия Сергея Патриарха Кирилла. Кирилла по Единой России. Мы поздравляем вас, защитников Отечества. С высшими наградами фестиваля «Слава и честь России». И мы назвали вас главными защитниками Отечества. Главными защитниками Отечества. Россия и мир на планете. Вас главный герой России планеты. Поздравляю вас также с высшими наградными орденами. Иди до России, Отечество, долг и честь. За единство, веру и славу России. Высшими наградами грамотами. Имени святых князей Дмитрия Донского, Владимира Перекрестителя, Святой Руси, Маршала Жукова. С высшими наградными грамотами. Всех людей, Дмитрия Донского, Владимир Перекрестителя, Святой Руси, Маршал Жукова. Победы, триумф, успехов на выборах второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева. А на Госдуму курса самого передового прогрессивного Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Илья Ильича Медведева, Владимир Путин, Александра Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Сергей Семенович Собянин, Анатолий Эдуардович Сердюков, партия «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, сила права и честь. Поздравляю вас, Дмитрий Анатольевич. Защитника Отечества. Желаю всем героям счастья, здоровья, успехов. Наша президент, ваша сила. Второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Свет струящий. Вели Христа живот. Христос воскресе и счастье. Звучит над всей землей. Священные напевы. Зажгли в сердцах зарю. За второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. За курс самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Ильича Медведева, Владимир Путин, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Леонид Эдуардович Сердюкова, герой всех стран, Кирилл, партия Единой России, герой всех стран, непобедимая армия, герой всех стран, прокуратура Госдумы, Совет Федерации, герой всех стран, чеканя по Верховчатке, победоносный шаг, и в небе развивается славный флаг, парад на Красной площади, божественный в нем свет, второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, курс самый прогрессивный
передовой. Тоща Медведева, Светлана Владимировна, Ильича Едина, Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Катерина Путина, Собянин, партия Единой России, Россия объединили всех. С Единой России, священная долгая честь, всеобщая победа и мировой успех. Герой славной армии, отечественной страны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, высший смысл жизни, навеки дана. Великая держава, любимая страна, ты наша гордость, слава, для всех для нас одна. Жизнь Сергея Витязи взлетели над Москвой. Герои на Красной площади честь отдают президентского срока Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Курсу самому передовому прогрессивному Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлана Владимировна, Ильича Медведева, Владимировича Путина, Александра Марии Владимировна, Катерина Лапуть, Сергея Семеновича Собянина, партия Идея Жукова, Единая Россия, Российская армия, стране радио. Президент вас на силу права честь. Наша Россия, наша Идея, вас на силу права честь.